благодарны, что наше государство стоит на страже самых настоящих, традиционных, самых лучших семейных ценностей. На протяжении 7 предыдущих лет мы всегда вели эту программу вместе с нашими дочерьми Анастасией, Вероникой и Дианой. От всей души желаем вам настоящего семейного счастья, постоянной растущей любви и удачи во всех новых добрых начинаниях. Очень хочется, чтобы наша молодежь верила, старалась просто становиться лучше с каждым днем, и обязательно в их жизни тоже появится это настоящее чудо. Чудо настоящей любви. Что такое уют? Это когда семья, это когда живут папа, мама и я. Фестиваль «Мир семьи» представляет культуру и красоту культур национальности различной, способствует установлению культуры мира. Читать стихи.
давно, по крайней мере, по отношению ко мне, что, кажется, целая жизнь прошла. Сирия – это такая маленькая страна, столица Дамаска, колыбель цивилизации. Мы еще умели, аккадийские, были финикийцы, арамейцы. А потом, можно сказать, что это колыбель христианства. Там на самом деле разворачивалась библейская история. В Дамаске есть пещера, где родился Авраам. На горе Кассиум, где спасает сам Дамаск. Дамаску, по теориям историков, французов и других, 12 тысяч лет. Алеппо, вторая столица Сирии, тоже больше 11 тысяч лет. Малюля, такой маленький городок под Дамаском. Мы оказались в Москве. Мы маленький часть этого большого селения. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Гараджава Нейла, Сатар Казар. Я преподаватель, переводчик турецкого языка. Мы азербайджанская семья. Семья – это маленькое государство. Благодарю за такое мероприятие организаторов. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Айшан. Я учусь на третьем курсе юридического факультета. Также я увлекаюсь танцами кавказскими, ну и, конечно же, азербайджанскими народными танцами с детства. Вот. У нас огромное количество различных танцев, которые 100% вы где-то видели, слышали. Это такие, как сарыгели, назелеме и так далее.
Также хочу дополнить, что помимо того, что у нас есть свои национальные танцы, есть своя национальная кухня, есть свои национальные традиции, как у всех, я хочу сказать, что мы также очень-очень гостеприимны и всегда рады видеть всех в нашем замечательном городе Баку. Позвольте также мне представить себя. Я старшая дочь в семье. Меня зовут Насиба, магистр, первый курс, преподаватель русского как иностранного языка. Увлекаюсь чтением стихотворений, немного музыкой, вяжу. Конечно же, я люблю всего по чуть-чуть. И, конечно же, представлять свою культуру, это, я думаю, очень важно, особенно когда ты находишься в другой стране. Потому что солидарность культур, когда ты узнаешь чужую культуру, чужая культура узнает тебя, это, я считаю, что очень важно. Также, так как наша семья, наши таланты передаются от родителей, моя мама пишет и читает стихи. Нашей семьи передаются с поколения в поколение.
мы постоянно принимаем участие в общественной жизни Марицы в Москве. Частые гости на мероприятия и концерты. Наша дочка Ксения, ей 9 лет. Она участница ансамбля народного танца «Богородские кружева». Добрая, ласковая, нежная. Наша мама Алена работает организатором мероприятий, исполнительница гармонистских эстрадных песен, участница хора «Москва Марии», лауреат, заботливая, нежная, которая любит. Наш папа Дмитрий занимается спортом, и мать все руки увлекается головным спортом, сильный, но всякий ведущий. Нам не было! Сегодня ему исполнилось 2 годика. Пока мы едины, мы непобедимы. Караксири, шачмадари, сусуэбля халаби, пешамастар колмадону, сэксэшэбля. Край Марийский год за годом славится своими народами, мастерами крайне славься и счастливым оставайся. Абу Кусим Фирдауси,
автор национального эпоса книги царей. Шейха Джами, богослова Маулана Руми, историка Бабаджана Гафурова и многих других выдающихся деятелей. Солнечный Таджикистан – это древняя страна с богатой историей и богатыми культурными наследиями, которые сохранили ценности своих предков, для которых семья – важнейшая ценность, источник и вдохновение. Se tori oi de bolo me honi moro asne de bari no se por moda Una matata, una matata.
да. И желаем всем крепкого здоровья и счастья. А сейчас мы споем для вас песню, которая называется «Спасибо». Это песня – гимн нашей семьи, которую мы придумали сами. Первое место, это было наше первое знакомство нашей семьи.
И мы полюбили этот дом, полюбили людей, которые не только работают, как я вообще понял, живут в нем. Это работники Центрального дома, которые всегда на своем, так сказать, культурном боевом посту. А мы пришли не с пустыми руками. Сегодня мы в память об этом замечательном же сегодняшнем дне каждой семье подарили по такой вот книге, которую написали Мария и София. У Марии сегодня, к сожалению, спектакль, ну, она не смогла бы, а у старшей дочери уже три внука, поэтому тоже не смогла бы. Но, тем не менее, обращаюсь ко всем живущим.